Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала, которые заглянули на огонек. Я рада вас приветствовать, с вами Женя. И сегодня, как и каждый день, настроение дня и советы на день. И сегодня я получила еще одну колоду. Она называется Таро Русалок или Mermaid. Mermaid это по-английски, по-русски, по-моему, это русалочка. Очень красивая колода и не могу ее не испробовать. Пока мешаю карты, хочу поблагодарить вас за прекрасные комментарии вы оставляете под моими видео, за вашу поддержку, за то, что за многочисленные лайки, за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы проходите практики и меняете свою жизнь к лучшему. Для меня это бесценно. Ну и сегодня мы посмотрим. Ой, что-то у меня сейчас каждый раз, уже несколько дней я начинаю выкладывать карты, и они просто выскакивают. Мы посмотрим сегодня настроение дня, действия, что делать, что не делать. Но это уже, я же говорю, как карты захотят. И посмотрим к концу дня. Или можно сказать утро, день и вечер. Можно даже так. Ну и я сегодня выложу карту совета из шепота природы. Я каждый день делаю вот эти коротенькие видео с советами ангелов. Кстати, все эти видео, они же собираются на канале. И вы знаете, что когда у вас какой-то вопрос, когда у вас какая-то задача, которую вам надо решить, какая-то проблема, которую вам надо решить, вы можете зайти на мой канал и выбрать любое видео с раскладами, смотрите, какая тема. Даже вот дневной расклад может ответить на ваш вопрос. Плюс у меня есть рубрика «Вопрос-ответ», где вы тоже можете получать ответы на свои вопросы. Кстати, я каждый раз говорю, пишите под любыми видео, неважно, или это под в той рубрике, или это в другой рубрике, пишите ваши вопросы. Пишите вопросы, и в самом ближайшем видео я вам отвечу на ваш вопрос. Именно в рубрике «Вопрос-ответ», и вы получите многогранный ответ. Я задаю картам вопросы, на которые, в принципе, можно ответить «да» и «нет», но я тут же вижу ситуацию и тут же могу вам сказать, что вам, собственно говоря, делать, а что не делать. Поэтому пишите ваши вопросы. А если у вас есть проблемы, если у вас есть какие-то задачи, которые вам надо решить, пожалуйста, обращайтесь на личную консультацию. Я буду счастлива вам помочь рассмотреть вашу ситуацию, как я говорю, под микроскопом и найти несколько, не один вариант, а несколько вариантов решения задачи и достижения вашей цели. Поэтому обращайтесь. Мои контакты под видео и выскакивают вверху в течение видео. С какой стороны не могу сказать, потому что у меня все зеркально. По-моему, с правой. Да, с правой. Так что обращайтесь, помогу. Ну что, смотрим. Утро. День. Ой, какие красивые карты, я просто не могу. Мне так они нравятся. И вечер. Ну что? Утром у вас будет состояние, знаете, как это, перемен, мы ждем перемен, мы жаждем перемен, мы жаждем новостей. Дело в том, что, видимо, в предыдущие дни происходило что-то,
что не было закончено, или происходили какие-то проверки, или что-то, вот что-то вы хотели узнать, и никак у вас не получалось. И вот завтра у вас будет день, когда вы, вот, вы встанете вот с этим желанием, и именно чтобы эта информация пришла. И я вам хочу сказать, что по тому, что я вижу дальше, да, вы получите ответы на ваши вопросы, которые у вас были раньше. И вы, но я вам хочу сказать, что эти ответы на ваши вопросы, вот они из всего, что я здесь вижу, они вам дадут только больше работы, и в конце концов все равно вам что-то надо будет выбирать. Вот. Также я хочу сказать, что для некоторых у вас, у некоторых из вас будет какая-то работа какое-то, вот что-то вы будете делать, связанное не физически, а именно вот как я тут вижу, работа в офисе, работа с бумагами, работа с цифрами, работа на компьютере. Вот это все я вижу здесь. В течение дня у вас день будет насыщенный, но дело в том, что вот именно в течение дня все будет в ваших руках. По силе это все в ваших руках. У вас достаточно энергии, достаточно времени будет для того, чтобы делать все, что вы хотите. Единственное, что, когда вы что-то делаете, все-таки включайте, знаете, как здравый смысл. Не летите никуда, не дергайтесь, не нервничайте. Я тут вижу у некоторых ситуации, что вам кто-то захочет испортить настроение. Кто-то скажет что-то резкое, кто-то не так посмотрит на вас, как вы этого хотели. И вот тут я хочу вам сказать, для того, чтобы у вас день действительно прошел более не менее спокойно, чтобы не дергаться, не нервничать, просто пропустите это мимо ушей, просто повернитесь в другую сторону, просто улыбнитесь. Иногда, вы знаете, да, я знаю, как нелегко, если особенно бывает такое состояние, вот у меня было пару дней назад состояние, что-то я, мне хотелось кидаться на всех. Вот, но я вот понимаю, что это такое, слушайте, мы все, то луна растет, то луна вниз идет, то полнолуние, то новолуние, то магнитные бури, слушайте, мы все-таки, да, мы на наше самочувствие, на наше состояние влияет и светило, влияет солнце, влияет луна, и иногда бывает, даже сама не понимаю, почему вот какое-то определенное состояние, почему что-то, что обычно меня никогда не трогает, бывают дни, что оно меня, ну, не выводит из колеи, но бывает такое чувство, что я чувствую, что меня раздражает, и сама не могу понять, что меня раздражает. И вот здесь я у некоторых из вас вижу такую реакцию, что вот вроде все хорошо, вроде все нормально, а вот это внутреннее состояние, что у вас это раздражает. Но к концу дня я хочу сказать, что многие из вас закончат то, что они себе запланировали, что день пройдет, как я говорю, продуктивно, и у вас будет выбор или как бы закончить и оставить дальше на следующий день. Вот тут я вижу, некоторые захотят еще что-то как бы начать, и вы будете думать, делать мне это, не делать мне это. Но тут действительно выбор ваш, силы у вас будут, настроение будет, вы уже для себя решите, что вам делать. Вот, и никакого, вот я же говорю, нет ничего такого в это завтра, что вызывало бы какие-то разногласия, какие-то всплески негатива.
Все здесь в ваших руках. День прекрасный, если вы для себя решите, что день прекрасный. Но опять же, для тех, кто решит для себя, почему-то это увидят, решит для себя, что надо дергаться, ну дергайте, выбор ваш. Всегда выбор ваш, и выход всегда есть, как минимум два. Вот, что еще хочу сказать, что у вас сегодня может быть такое у некоторых, что кто-то, кого вы давно не видели или не слышали, сегодня или позвонит, или появится, или напишет, и тут я не вижу особой радости почему-то. И тут действительно ваш выбор, если вы не хотите, вы не ответите, только не чувствуйте себя виноватым, если решите не ответить. Вы имеете право на свое состояние, вы имеете право иногда быть самим собой. У меня тоже бывают дни, что, как у каждого из нас, что мне хочется побыть наедине с собой, да, или вот даже когда я снимаю видео, это я наедине с собой. Но это я могу делать постоянно, это я очень люблю делать, так что вот расклады я могу делать, это вот, но я наедине с собой, это я подключаюсь к Вселенной, я читаю то, что я вижу. Не всегда, но даже иногда потом смотрю, какие были карты, и понимаю, я знаю значение карт, я хорошо знаю значение карт. Но иногда у меня как-то карта со мной разговаривает немножечко по-другому. Поэтому, если вы решите не отвечать, не отвечайте. Вот тут я вижу, что вот вы поворачиваетесь спиной, но вы почему-то чувствуете себя виноватым. Нет, выберите, не чувствуйте себя виноватым. Возьмите себе, знаете как, разрешите себе это не хандрить, это побыть самим собой. И в конце концов вы можете всегда вернуться к человеку в другой день, тем более из того, что я вижу, человек, который появится, или это мужчина, или это женщина, неважно, давно не появлялся или не появлялась, и как я понимаю, что может быть такая ситуация, что до этого вы пытались связаться с человеком, а он или она по какой-то причине не ответили. Вот тут я вижу, как своего рода отзеркаливание. И это нормально. Если вы решите, вы в другой день свяжетесь с этим человеком. Ну, давайте посмотрим, что нам шепот природы скажет. Сегодня я выложу из шепота природы совет дня. Посмотрим, что еще посоветует шепот природы. И, конечно же, посмотрим, может быть, он что-то еще расскажет мне. Бывают такие ситуации, что именно оракул мне подсказывает что-то, чего я не увидела. Ну, давайте посмотрим. Вот, ну вот, кстати, шепот природы очень хорошо почувствовал настроение дня, vulnerability, это ранимость, это чувствительность. Вот тут я и вижу, вот тут почему я вам сказала, чтобы вы не переживали и не нервничали, потому что вот действительно увидела вот эту ситуацию отзеркаливания или вот еще ситуацию, что вы пытались связаться с человеком, а человек не вышел на связь. И это вас немножечко, ну, выбило из колеи, покоробило чуть-чуть, поэтому не пускайте, не пропускайте это через себя. Кстати, в отношениях, если это отношения между мужчиной и женщиной, неважно, или вы женщина, или вы мужчина, если ваша девушка или парень вот так вот сделали, Не принимайте близко к сердцу, просто отзеркальте. Отзеркаливая, вот только так человек, почувствовав это на своей шкуре, он может понять, что он или она сделали, иначе никак.
Никакие упреки, никакие замечания, вот раздражение, это наоборот, это только усугубит ситуацию. А если вы как бы отзеркалили человека, то человек даже не может вам как бы упрек дать, потому что вы просто сделали то, что человек сделал для вас. Вот такой интересный день нас ждет. На сегодня все. Прежде чем я закончу, хочу пригласить вас на новый курс Алены Ариес, курс Мега Руны. Я уже его прохожу. Я рунами я интересовалась очень давно, и я знаю, что я уже предсказывала на рунических оракулах. Я делала уже ритуалы с руническими формулами, но я все-таки взяла курс. Вы знаете, учиться надо всегда, потому что новое, у каждого свой взгляд, и как я вижу руны, как Алена видит руны, мне интересно ее видение рун, и я очень много интересного уже почерпнула для себя из курса. Вот, и очень интересный подход к обучению. Каждый урок – это уже готовая руническая формула, особенно вот когда вы начинаете курс, это готовая руническая формула, которую вы можете использовать в помощь себе в той или иной ситуации. И сверху того еще очень-очень много экстра, где вы действительно понимаете и начинаете чувствовать энергетику рун. Поэтому записывайтесь. Все контакты, все ссылочки на курс по искусству предсказаний и на курс Мега Руны под этим видео. Присоединяйтесь к нам, феечкам и волшебницам. И будет вам счастье. Кстати, очень интересный курс. Вот серьезно говорю, я знаю, что когда я проходила курс Таро, курс по искусству предсказаний, долго у меня брало, долго я раскачивалась, и долго я проходила, особенно первые уроки. Но, видимо, еще потому, что с рунами я знакома. Я очень люблю руны, но я же говорю, я сделаю предсказания на рунах, кстати. Напишите под видео, на какую тему вы бы хотели предсказание на рунах. Может, вы хотите какую-то определенную тему, я тогда сделаю на определенную тему. А если нет, то я просто сделаю прогноз на неделю, на 10 дней. Дело в том, что руны максимум это 10 дней. Даже рунические формулы, они максимум действуют 10 дней, есть рунические вязи, но опять же, я не буду вам рассказывать весь курс Мега Руны, заходите, смотрите, записывайтесь, проходите, и тогда вы поймете, что и как. А на сегодня все, я еще раз благодарю вас за все, благодарю, благодарю, благодарю. С вами была Женя. Увидимся очень-очень скоро. Люблю вас, мои дорогие. Пока-пока.